Сейчас главное вам не волноваться. Ну как не волноваться? Мы поступим так. Я сейчас пойду в школу. Мы... Если Аня там, я вам сразу позвоню, придете, ее заберете. Мы уже в милицию заявляли. Мы обзвонили нужно. Всех знакомых. Ну хорошо, не давайте нужно. Я вместе с вами в школу Нет, пойду. Со мной не нужно. Почему? Я же вам сказал. Она там, я вам позвоню, придете, заберете. Нет. Не нужно, чтобы все знали, что Аня дома не ночевала. Понимаете? Не, нельзя. Вот я тоже так думаю, да? Ну, а что делать тогда? Ничего. Вот если сидеть, вы оставайтесь дома. Ну. Если в школе она не появится, я узнаю, где собираются ее новые друзья. Эмма. Ну, да, она говорила, что у нее есть новые друзья. Вот я узнаю, тогда пойду и там узнаю что-то про нее, и приведу ее. Ну, почему вы не хотите, чтобы я пошла Я все равно один лучше справлюсь и быстрее. В любом случае, я вам сразу позвоню. До свидания. Вы оставайтесь дома, пожалуйста, Нина Юрьевна, хорошо? Ну, а вдруг она не там? А вдруг она в каком-то другом месте? Вдруг с ней что-нибудь случилось? Вот я вам говорю. Может быть, еще раз милицию позвонить? Сейчас я узнаю в школе. Да. Если не будет в школе, тогда я пойду... искать ее дальше. Ну, вы только сразу звоните, хорошо? Аня, держи. Твой чай. Ты чего? Ань. Да зря, короче, осталось тебе. Надо было домой идти. Понятно. У меня там у деда, наверное, второй инсульт. Ну, позвони ему. На трубку никто не берет. Ясно. А они не звонили? Да они телефон мой новый не знают. Да. Ну что, в школу тогда? Я не хочу в школу, никуда не хочу, блин. Слушай, ну я не могу тебя здесь оставить. У меня сейчас папа придет с дежурства. Как-то будет неправильно, если ты здесь останешься. Тем более, сегодня мало же уроков, потом репетиция будет. Так что... А потом позвоним. Хорошо? Позвоним им. Может, они просто спят. Вечным сном. Сереж, там в комоде деньги лежали? Папа оставлял. Ты не видел? Видел. Где? В надежном месте, мам. Сереж, хватит шутить, мне в магазин надо. За свежими туфлями? Не туфлями, а туфлями. Ну, туфлями. Я тебе серьезно говорю. Главное, посвежее, да, чтобы были? Мне продукты нужны, давай деньги. На продукты, на. Можно и на рынок сходить. Не обязательно в дорогой супермаркет. Экономить будет, мам. Это что такое? Деньги. Сереж, ты не оборзел? Я вот отцу скажу, что ты здесь вытворяешь. Скажи. А только если он в следующий раз нам денег не даст, что делать будем? На что жить-то, мам? Ты же не имеешь ничего. И что теперь? И то, что деньги теперь будут у меня. Хватит распускать их на всякую фигню. Да как ты? Да ты вообще кто? Ты понимаешь, что ты несешь? Спасибо. Деньги давай сюда. Подожди, стой. Куда пошел? В школу. Давай разберемся, я тебе говорю. Стой, тебе говорят. И вот там вот на спине так кенный след. Следище. Не смешно. Ну да. Слушай, может, хочешь, я тебе что-нибудь куплю? Купи энергетик, а то он мне вообще колбасит. Ну давай, быстрее, Дятлов! А вам чего, молодой человек? Дайте, пожалуйста, я вам энергетик.
тебе не идет. Идет. Я не хожу, она тебе просто не идет. Мне кажется, идет. Спроси у папы. Не твой стиль. Пап, ну ты же вообще не видишь. Что ты говоришь? Я не спрашиваю. Ира, мы сегодня приедем к тебе в школу. Из-за того, что я глаза подвела? Мы заберем тебя после школы и отвезем на репетицию. Ну, это у вас не получится. Я же сказала, что я не буду заниматься танцами. Но за ночь я не передумала, так что можете расслабиться. Занимайтесь своими делами. Ир, ну это серьезное решение, ты как-то должна аргументировать его. Хорошо. Танцы мешают мне жить. Они отняли у меня детство. Ну, я ничего нормально не делала, понимаете? Я не валялась у телека, не бегала по площадке. Блин, ну я вообще ничего нормально не делала. Теперь я хочу нормально жить. Ир, ну это слабый аргумент. Время. Ну а что ты хочешь, чтобы мне ноги отрезал, да? Хорошо, ладно. Пойду брошусь под поезд. Так нормально? Сильный аргумент. Ира, не ходи за мной, я пошла переодеваться. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Нет. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Куда ты лезешь вообще? Куда ты лезешь? Это не твое дело, понял? Наталья Николаевна, ну что вообще? Что случилось? Ты понимаешь, ты идиот, он тебя посадит. Побои сняты, заявление в милиции, я тебя прикрывать не буду, понял? Это не твое дело, я сама разберусь. Наталья Николаевна, что случилось? Ничего, вчера, короче, какой-то малолетка побил моего мужа, отобрал кошелек. Вы что думаете, это Исаев? Может, это я? Да, ты меня так не любишь, чтобы это делать. Все, ты понял, что тебе может, конец? Королев, он вас... Королев трус. Да. Ты вчера приходил, ты видел, что я плакала, и ты сказал, что ты его убьешь. Все, и не надо таращить свои глаза. Кого убьют-то? Че за бред-то? Ты что, мужик? Твоя работа? Да какая моя работа? Ты че? Ты че, Вань? Ты дурак, что ли? Да какой? Я реально говорю, что... Зато вы бритвы не вообще один не пошел. Фигня какая. Ты красавчик. Ты в тюрьме, а ты тушат. Извини, сходим, чурку посадят. Слышь, вообще заткнись. Привет. 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 Круто выглядишь. Привет, привет. Слушай, а что, Ольку не видели? Она уже прошла. Спасибо, Аня. Блин, фигня. Классно выглядит. Офигеть. Да, фигня. Блин, физичка. Пойдем покурим. Так встаньте, пожалуйста, хватит. Привет, Оль. Наталья Николаевна, Наталья Николаевна. Вас Алексей Николаевич просил зайти. Зачем? Ну, не знаю, зайдите, все скажет. Сейчас? Да. Николай Иванович, вам все понятно? Да, понял. Идите. Здравствуйте. Алексей Николаевич, сейчас, да? Заходите. Можно? Заходите. Как ваши репетиции идут, Наталья Николаевна? Плохо идут. Плохо почему? Потому что ребята прогуливают, срывают мне все репетиции. Можете назвать то конкретно? Да, могу. Так, я слушаю вас. Исаев. Как Исаев, понятно, Исаев. Епифанов. Ну, Епифанов, известный Епифанов. И Горяев. Горяев, Горяев всегда был. У меня мало участия. Правда, Будилова она тоже не приходила несколько раз, но у нее уважительная причина на это. А что с ней? Ну, там дома какие-то серьезные. Ну ладно, с Будиловой я разберусь. А вы что, рыбок не кормите? Что у вас еще ко мне есть? Давайте, пожалуйста, отменим концерт, я вас очень прошу. Или хотя бы перенесем на 24-е. О чем вы говорите, Наталья Николаевна? Как можно перенести? Завтра из спецкомиссии приедут. Из спецкомиссии. Нужно сначала, чтобы они посмотрели прекрасный концерт. А чего завтра-то? А потом уже проверяли все остальное. А завтра-то чего они решили? Ну, это нас не спрашивают они. И вообще, если завтра мероприятие не будет проведено на высоком уровне, ну, понятно. На всех ожидают крупные неприятности, Наталья Николаевна. Идите. Понятно.
говорит, что он вообще такой массажист, был прикольный, постоянно комплименты всякие делал. А потом я с немцем познакомилась, вот, видишь? Ты познакомилась? Да. Не вот с тобой. Ну, короче, мы друг с другом познакомились. Вот, он постоянно мне сейчас пишет всякие смс-ки. Чего тебе надо? Ты что, прическу делала? Парикмахерскую собак, что ли? Да ладно, милый, ты пипелец, что ты? Он еще, короче, там круто было вообще. Прическу новую, да, замутила? Ну да, видишь, нарастила. Не хотела, хотела выпендриться, приехать. Что, выпендриться сразу? Ты мне сама просто все время говорила, типа, ничего не делать, ладно, у тебя и так хорошая. Предки тоже знают. Да, Шуля, это корейская. Ну, да, я вообще понимаю. На самом деле, я очень Наташке благодарна. Не жаль. Какой Наташке? Физички наши, это же она моих предков надоумила. Сука наша физичка. А что случилось-то? Наверное, очень хороший человек поставил. Да, мне пофиг. Если меня. Ну, рассказывай тогда. Расскажу потом, не горит же. Ну, а что мне сейчас? Расскажу потом, тебе сказала Наташка, это сука. Успокойся, Оль. А что успокойся? Тебе вообще все пофиг, да? Мне не пофиг. А что тебе приехал, так как клёвая, да? Да. Привет! Привет! Нифига ты клёвая! Я тебя даже не узнала! Вообще, тебе так идёт. Как дела? Спасибо, отлично. Отдохнула? Чтобы смотрела? Вообще супер. Блин. А делала там? Я нарастила. Нарастила? А ты где была? А если я такие беленькие наращу себе, мне подойдет интересно? Попробуй. Они такие жесткие прям на вид. Копченый пекинес. Ты что делаешь? Алло. Приветика. Привет. Как делишки? Хочешь со мной посидеть? Лучше полежать. Не, серьезно, садись со мной. Да что лишь вернулась? И чего? Как что? С тобой будет сидеть? Нет. Я хочу с тобой сегодня посидеть. Да что ли скучно? Не хочу с ней. Давай? Давай. Только списывать не дам. Ну ладно. Серьезно? Серьезно. Даже чуть-чуть? Даже каплю не дам. Может, договоримся? За поцелуй. Торг уместен? Нет. Ну, не Пифанов, ты чего? Вали с моего места. Ого! Триумфальное возвращение. Да. Здорово. Здорово. Не, слушай, Дашка, давай сегодня Пиф со мной посидит. Ты, если я прогоню, набиться, плакать будет там. Ну, ладно. Только без обид, ладно, Саш? Слышь ты, а ты кто такая? Я тебя не знаю. Не понял, ты хотел, Скоролев. А мне кажется, если бы я тебя знал, я бы тебя чикнул. Отвали от меня. Слушай, Костян, дай мне без точки и ручку запасную. Такая классная. Спасибо. Я возьму карандаш. Мне кажется, это... Сейчас ты меня смотришь. Правда? Да ничего. Что у тебя случилось? Ничего, у меня все хорошо. Ты че? Хочешь, давай после школы свалим куда-нибудь? Поговорим. Блин, Пив, что ты ко мне лезешь, а? Да я не лезу. Зря я с тобой села. Да я могу уйти. Не, не надо. Слушай, Люк, давай так договоримся. Я тебе все расскажу честно, только давай потом. Давай. Договорились? Да. Так, здравствуйте. Привет. Как вас все немного, не ожидала. Ну, садитесь. Раз вы меня все не порадовали массовым посещением, то у меня тоже сюрприз. Печенька какой? Сейчас скажу. Закрываем учебники, закрываем тетради, достаем чистый листок, будем писать проверочную работу. Оригами. Не вижу радости на лицах. Ребят, здравствуйте, не поможете мне? Я девушку ищу. Аня Носова зовут, не знаете? Нет. Может, а прозвище у нее... Что? Прозвище, может, у нее какое-нибудь? Она такая темненькая, небольшая, невысокого роста. А вы идите вон у Панку спросите. Ну, если увидите, скажите, что ее дома ждут. Пускай идет домой, да. Хорошо? Спасибо. Ребят, не поможете? Я еще... Свобода растерзает грудь. Аня Носова, не знаешь? Девушка. Носова? Как выглядит? Ну, темненькая такая, невысокая. Нет. И сидя, мужичка, папа, но... Все
Оля, а что у тебя с эпифаном-то? Роман в трех частях. Ну, а серьезно? Да, да. Просили вместе. Здрасте, Наталья Николаевна. Ну, наконец-то, вот, о чем я тебе говорила. Красотка. Так, девятая. Боже мой, это неприлично. Это спасибо. Девятая, внимание. Сейчас, после перемены, я жду всех в актовом зале, а прогулявшие будут иметь разговор с директором. Я надеюсь, это все понятно, да? Очень страшно. В смысле? Я же тебе сказала, что у нас сука. А, Даша, слушай, подожди секунду. Даша, а ты можешь прийти к нам в актовый зал? У меня гениальная идея. Давай ты попробуешь ведущую. Даша, у нас аврал, ты должна нас выручать. Выручай, у нас чип. Оля отказалась. Ладно, я тебя жду, все. Серьезно отказалась. Иди давай, Харитонов, дерзай. Оль, что? Серьезно? Да серьезно, говорю тебе, дерзай. Ну а почему? Потому что. Ты видишь, как фартит. Слушай, так она говорит, ты ему угрожал. Я тебе говорю, это не я. Просто она рыдала и пошли. Да ладно, чувак, все. В зону тебя отправят. Другого человека если это сделают. Ты в зоне Машкой был. Я вообще-то день дома был, понял? Ты че? Слушай. А, на, проходи. Это, так ты кошелек у него еще, что ли, вытащил? Покушал, наверное, эти деньги? Котлеток? Ты че, Исаев? Ты успокойся! Успокойся! Исаев, ты! Блин! Да, блин, твои! Да, Исаев! Блин! Все, стой, стой, все, успокойся, чувак! Все нормально, успокойся. Оу. Да ладно. Да все ты, че ты? Дебил, блин. Пипец, че ты пацану катушки сорвало. Правильно, его постебали так. А, осталось, как обычно, мне, блин. Придурки. Почему все-то придурки? Нет, ну ты хороший. Не, ладно, спали. Я так не хочу на репетицию идти. А что там? Прошлогодний концерт, когда мы с тебе напели песню про дедушку, помнишь? Ну, я вовремя свалила точно. Угу. Вообще, вот праздник. Причем тут наши дебилы? Да хороший праздник. Да. Главное, чтобы было кого поздравить. Ты своему что подаришь? Себя. Не смешно вообще. Я серьезно. Да ладно, он не облезет? Осчастливлю. Что, как Будилову хочешь, что ли? Ну, вообще, он тебя уважать не будет, вам чувство проверить надо, а ты? Вер, я просто хочу. Mm-hmm. Еще, тебе не бывает, что ты хочешь? Нет, я с этим не спешу. А я спешу. Ну, спешу дальше. Привет. Холодный. Ты что без куртки ты ходишь? А? Может, заболеть хочу. Я на репетицию пошла. Да. Да. Давай. Чтоб ты за мной поухаживал. Забились. Че такая довольная-то? Мы все на репетиции, а я свободна. И теперь я вообще свободна. Да ты что? Я даже не знаю, что тебе с тобой делать. А я не знаю, придумай что-нибудь. Дубак-то, а? Я первая. Давайте, заходите, а я пока дверь закрою. О, боже, какой холод. А-а-а, где мой диванчик? Нифига себе. А что это такое вообще, мел? Это офис, моя мама сдает. Это мой офис. И теперь мой офис. А-а-а, ключи мои, мой офис. Я прыгнула, дура. Блин, так тепло. Круто, да? Мы тут позавчера ночевали. А это когда тебе дозвониться не могла, да? Ага, телефон отключили. Боже. Блин, домой надо позвонить. Подожди. Сейчас мы Урику позвоним. Что за Урик? Ну, там парень один. От него все наши девочки в восторге. Ой, боже. А у нас пожрать что-нибудь есть здесь? Попроси, чтобы они пожрать купили, ладно? Чайник есть. Привет. Ну, мы на базе уже. Ури! Да, давайте, приезжайте к нам. Пожрать, скажу. Да, купите выпивку. И пожрать, да. Деньги у вас есть. Ну все, мы вас ждем тогда. Давайте. Снимать штаны и бегать. Холод такой. Снимаешь штаны, я не буду. Блин.
Мешай, мешай, тут сгорят. Слушай, не учи ученого, хорошо? Я возьму трубку. Возьми. Алло. Да. Здрасте, Нина Юрьевна, как вы? Нет, не знаю. Да, а она телефон уже поменяла. Я не знаю, серьезно. Конечно. Я как узнаю, обязательно вам сообщу. Угу. Ну, всего доброго, до свидания. Миш, ну сгорели! Ой. Да, может, я такие люблю. Понятно. Подгоревшие. Что у тебя с телефоном? Я тебе звоню весь день. Ну, он разрядился. Я его сейчас поставил только. Зарядку. Понятно. Шифруемся? Чего? Чего, Ань-то? До каких сидели? Не помню. Но она хоть домой ушла или осталась? Пап, наешь. Вот даете, а? Стариков предупредила? Конечно. Считай, поверил. Миш, не рано? Не поздно. Миш, я не против. Просто, ну как ты знаешь, правда. Пап, слушай, тебе не кажется? По-моему, как-то пластинку заело. А? Давай сменим тему. Остроумно. Пойду руки помою. Иди помой руки. Здравствуй, Наталья Николаевна. Здравствуй, Шишкова. А как ваши репетиции? Спасибо, хорошо. Вот вы с Олей такие яркие у меня, такие артистичные девочки. А все равно самая лучшая и самая прекрасная оказалась Дашуля Харитонова. Да на здоровье. А тебе что, неприятно это слушать? Нет, но если вы хотите сделать неприятно, то Будиловой скажите об этом. Ей понравится. Понятно все с тобой, да. Так, куда ты моешь? Не надо мыть на первом этаже. Уже все раковины грязные. Иди. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Господи, боже мой. Здравствуйте, Леша. Когда же я услышу от вас это? В 9:30 утра. Я сегодня в поликлинике был. А я думала, в женской консультации. И при чем здесь это? Ждут вас большие неприятности, Алексей. Вы о чем? О том, что секс, Алексей, это не только удовольствие, это еще и последствия. Че, скис? Да орло вообще офигело. Да ладно, не обращай внимания, говорят, ее муж бьет. Ну-ну. Наш конкурс подошел к концу. Слава Богу. Пока жюри подводит окончательные итоги, мне хочется сказать, что все участники состязаний с честью и достоинством выдержали предложенные им трудные испытания, убедив нас в том, что на нашей земле растут настоящие защитники, способные проявить мужской характер, смелость, упорство и мужество. И мужество. Тот победит, кто знаком с искусством мыслить тонко. Каждый из участников получит поощрительный приз. Глушаков, выходи. Выходи, выходи, выходи. Выходит, значит, Вася Пупкин. Мы ему даем деревянную медаль, талоны на питание. Все, иди, свободен. Революция кончилась. Теперь дискотека и тотальная оргия. Надеюсь, эта шутка завтра не повторится, да? Не, не повторится. У меня завтра мама придет. Наталья Николаевна, еще раз или домой? Еще придет, одну минуту, еще придет завтра педкомиссия. И если кто-то меня подведет, физику не сдаться... Не... Фу, да ну вас. Мы не подведем, Наталья Николаевна. Все, 5 минут перерыв, потом уходим в прогон. Саша, пойдем покурим. Привет, мам. Привет, Илюшка. Как дела? Да нормально. Слушай, там это, когда придешь на концерт, то на мой дебильный абсолютно. Ты не обращай внимания. Илюш, ты знаешь, а Валентин Иванович, ты не разрешил мне прийти к тебе на концерт. Почему? Не знаю. Что-то анализ сдал? Ну, сдали, только мы их еще не получили. Понятно. В понедельник только получим. Да нет, мам, на самом деле, ты знаешь, даже хорошо, что ты не придешь. Я не хочу, чтобы ты видела мой позор. Илюш, ты реально позор. Ты давай не расстраивайся. Это да можно ведь на видео записать, да? Да, да, конечно. Хорошо. Запишешь, я посмотрю. Угу.
Запишу. Илюш, ну я же не могу, это же больница, мамуль, я же не могу бегать туда-сюда. Все туда-сюда, правильно, все туда-сюда. Хорошо, я же и говорю тебе, что хорошо, что ты не придешь. Вот, и ты только не переживай, пожалуйста, ладно? Я не переживаю, все нормально. Ладно.